Побывала наша съемочная группа и на сельских сходах в Махадове, Казанке и Сергуловке. Проблемы, о которых говорили сельчане, похожие. Скота мало, травы и заросших участков много. Растут и горы мусора. Кто оставляет пакеты вдоль дорог? Вопрос. Но то, что пакеты не с Луны бросают, это факт. В Германии, например, попробуй брось мимо урны. Тут же выяснят, кто, и донесут. Скандалы и позора не оберешься. Договоры на вывоз мусора заключены не у всех, а затраты на вывоз немалые. Расходы покрываются с трудом. В отдаленной деревне Маханове даже магазина маломальского нет. Автолавка два раза в неделю выручает. Вопрос о вывозе мусора должен быть решен уже в ближайшее время. С появлением с 1 июля регионального оператора платить за вывоз будут все. Летом жизнь деревни оживает. Городские переселяются семьями ближе к лесу на воздух. Численность населения резко увеличивается, и количество мусора, соответственно, тоже. Брошенные мешки с мусором, говорят сельчане, их рук дело. Передвижной фельдшерско-акушерский пункт существует, но и тут есть вопросы. Сначала искали фельдшера, потом его обучали, а потом она заболела и ушла на больничный. Но работу передвижного ФАПа на селе обещали наладить. Это государственная политика. Требуют ремонта и сельские дороги. Во многом, к тому же, жизнь себе мы осложняем сами. Собак выпускаем, например, гулять по деревне. Одна, которую хозяин кормит не чаще, одного раза в неделю, котят и щенков перетаскала. А дальше что? А если на людей начнет бросаться, сойдя с ума от голодного существования? Деревня Казанка стонет от навоза и навозной жижи, которыми их землю заваливают соседние фермы. Но не все так печально. В деревнях по ночам светло, новые опоры, новые светильники. Памятник в Маханове облагородили. И в Казанке дорогу на кладбище будут в скором времени ремонтировать. Участковый Денис Лескин старается помогать во всем. Только сообщайте, обращайтесь с заявлениями, говорит он. А по собаке этой дикой обещал вопрос также решить. Заинтересованность проявляет участковый в любом вопросе. Старост здесь же на сходе определили. После их утверждения путь решения вопросов может быть короче и оперативнее.